Большинство участников нашего онлайн-опроса в сети подробности своей жизни не раскрывают и считают это недопустимым. 10% бывает говорят о наболевшей проблеме у себя на страничке. Иногда удается в ходе обсуждения найти решение или получить поддержку. Только 2,5% делятся с подписчиками сокровенным и развивают таким образом свой блог. Нет, не откровенничаю, ничего. Я социальные сети использую для получения какой-либо информации, полезной прежде всего. А так нет. Личные вопросы надо решать и обсуждать только с близкими тебе людьми, которые действительно от сердца пожелают какой-то добродушный совет, полезный совет. Часто бывает, задаешь вопросы подписчикам, то есть какие-то насущные, и действительно дают нужные ответы, советы. Ну, элементарно, даже где-то что-то не можешь найти, купить. Всегда обращаешься, спросишь, если мне как девушка, да, например, куда сходить сделать ресницы, чтобы был хороший мастер. Всегда обычно все советуют. Нет, я считаю, что личная жизнь – это личная жизнь. Я не считаю, что Инстаграм – это не один заработок, чтобы можно так себя было пиарить на всем этом, там, на одежде, на каких-то вот открытых декольте. Соцсети – это зло, Инстаграм и так Контакте. Далее очень много времени отнимает. А вы не используете, да, то есть сейчас? Да, конечно, использую. Поэтому считаем, что очень это плохо и зло. И самое главное, надо, мне кажется, как-то себя заставить отводить определенное время на соцсети, да, и не больше, не меньше. И потом уменьшать, и я думаю, можно от этого избавиться.